Даже один небольшой жест поддержки может стать частью большого доброго дела. Оказать помощь тем, кому она так необходима, смог каждый гость благотворительного фестиваля, который состоялся около гипермаркета «Глобус». Проходит летний фестиваль первый по сбору канцелярских принадлежностей нуждающимся семьям. При поддержке администрации городского округа Щелково, Общественной палаты Московской области и Министерства социального развития Московской области. Организатор фестиваля, благотворительный фонд «Рождественская звезда» совместно с гипермаркетом «Глобус» и щелковскими предпринимателями также провели ярмарку. Гости смогли приобрести понравившиеся товары, вырученные средства отправились на благотворительность. И, конечно, в проведении мероприятия участвовали волонтеры, причем некоторые целыми семьями. Мы с мамой делали зайцев. Ну, вообще, сначала она их делала. Я как-то к ней приходила, помогала что-то ей там делать. А потом мы начали с ней вместе это делать. Вот эти зайцы, все сшиваю я. Глаза, носы делает мама. Вот, и кофточки у нас бабушка. И сестра иногда помогает. Благотворительный фестиваль – это не только ярмарка и сбор канцелярии, но и место, где можно провести досуг в выходной день. Гостей ожидали интерактивные зоны, различные мастер-классы, полевая кухня и даже уроки безопасности, которые провели пожарные. А благотворительный сбор продолжается. Приобрести канцелярские товары, чтобы отправить их в корзину для пожертвований, можно до конца августа. Бокс находится внутри гипермаркета «Глобус». Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.